опоздун, мальчик, камера. А он там бегал, искал. Где ты бегал, Сташа, как опустил? Мы когда приходим, выводим лошадь, привязываем ее, берем щетки именно этой лошади, чистим ее. Когда в следующий раз придете, я вам покажу подробнее, как это делать, потому что она уже почищена. У нас здесь вот есть специальная щетка для копы, для гривы, для хвоста. А вот это, соответственно, для туловища. Жесткая и мягкая. Жесткая мы поднимаем, мягкая. Смахиваем. И так всю лошадь. Лошадь должна идти на тренировку чистая. Вы же по утрам умытые. Всё, из копыт у нее все камушки. Девчонки, идем сюда, покажу. Копыта как выглядят. Все вот эти места должны быть вычищены от камушков, от грязи, чтобы копыта у лошади не болели. Он не ударит? Нет. Это лошадь приученная, она не ударит. Она же знает уже, что делать. Вот может кусь-кусь за жопу сделать. Но это только из большой любви. Не более того. Огонь очень добрый, он ничего со зла никогда не делает. Если даже он что-то пытается делать противозаконное, это чисто из баловства. Так. Понятно? То же самое и с задними ногами. Сейчас мы его доседлаем. Ты кузечку принесла? Да. Сейчас. Седло уже надели. Это под перси называется, тоже потом по амуниции, по всему. Я все это объясню, расскажу, как оно должно выглядеть и как может выглядеть. Это для того, чтобы седло не уезжало. Он что-то хочет вкусненького очень. Как девочки ничего не принесли мне. Как так? Обиделся. Можно приносить с собой морковку, нарезанную уже. Яблочки можно приносить. Уздечку. Да, мы надеваем. Это называется уздечка. Ладно. Лошадь стоит на коновязи. Не до уздок. Чомбур. Отстегиваем чомбур. Надеваем пол, чтобы лошадь у вас никуда не ушла. Огонь! Все, хорош баловаться. Сейчас снимаем недоуздок. Оставляем его здесь, на месте, где и чистились. Ты застегни пока щетку. И вот таким образом надеваем уздечку. Важно помнить, что у лошади у вас находится железка. И здесь нужно очень нежно обращаться. Ага. То есть лишний раз строгость не проявлять. Потому что это, ну, больно. А. Идем, держи огня. За повод, не меня держи, а огня. Что это получается? Снимать. Она у тебя что, записывает? Да. Ку-ку, подписчики! Ты уже давно уток? Попробуй. 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 Надеюсь, что у тебя пустые. Только потом надо высыпать песок. О, у тебя все пустые. Теперь. Сломала. Сломала. Я так специально. Сломала. Да я не сломала. Сломала. Нет, не сломала. Нифига себе, сколько там палок на взяли. Куда я? Настя. Красный сюда. Синий туда. Тёма, ты сильный? Да. А? Молодец, силач. И куда их? Поплави. Поплави. Ты. Куда эти? Да не, не надо. Куда? На стойке только и жерте. Да, на... к забору. Давай. Потому что там навоз убивают. А там навоз выкидывают. Да, выкидывают. Они убивают.
Я забыл. Что есть такой забываска. Навись. Ты умеешь усыпать? Да. Тогда иди. Тук-тук-тук. Кто там? Подписчики там. Лош, куда? Раз, два, три. Давай, 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 давай. Давай. Давай, Артемий. Дома занимайся. Все. Молодец. Держи. Гонь. Подбирай повод, пока я его держу. Ну-ка. И за гривку придерживайся. Давай пат наденем, рысью будем на паде ездить. Вик, давай пат. Сползай сам. За гривку возьмись. Все, и сползай. Держись за гривку. Держись, держись. Оп. Все, молодец. Держи коня. Коня держи. Молодец. Страшно без седла? Страшно. Страшно? Слазить страшно. Слазить страшно. Так, кого из девчонок покатаем? Три девчонки стоят. Кого из них покатаем? Первого. Ничего какие. А? Ничего какие. Ничего. Да, вот эти три девчонки стоят. Кого первого покатаем? Какая? Какая самая высокая? Ее сначала катать будем. Левую ногу поднимаешь. Угу. Ближе к нему подходи. Сгибай ее в колени. Вот так. Раз, два, три. На три ты той ножкой толкаешься от земли на него. Поняла? Угу. А я тебя закину. Раз, два, три. Опа! Давай, давай. Я еще не сяду на коня, сломаю что-нибудь себе. Ну-ка, сплюнь. Привет. Подожду, молочку. Мальчик, камера. Так, мы пока втроем сегодня свободны. Вот, в следующий раз, когда у нас четверг. Приходим в четверг. Все. Куда? Софья, шлем снимешь и отдашь вот девочке в розовой, в белой футболке, поняла? Ага, хорошо. Полин, подержишь пока шлем? Раз, два, три. Уч! Давай! Тёма! Огонь! Огонь! Рыщи, поехали! Слышь? За ручку возьми. За ручку. Ну как тебе удобно, короче. Рысь, огонь. Рысь. Рысь. Носочки вверх. О, молодец. Рысь. Привет. Давай камеру пишу, полезь. Привет, Костюк. Ладно, все, как дай силы 5. Вот это вот прекращай делать. Если сначала ты не понял, а потом ты понял. Просит же у тебя повод. Тише. О! Молодец, шагай. Молодец. Давай, пока.